Первая партия специализированной техники прибыла в Приморье. Она необходима для эффективной расчистки русел рек и других неотложных мероприятий, которые позволят минимизировать последствия паводков. В ближайшее время поступит еще порядка 30 машин – бульдозеры, экскаваторы, фронтальные погрузчики, самосвалы. Вся техника будет располагаться на территории Министерства по делам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Данная партия техники она будет находиться в поселке Новом, на территории нового строящегося депо, которое там в этом году планируется ввод в эксплуатацию. Там будет прям полноценный ангар с техникой, то есть где она будет складироваться и оттуда уже выезжать на необходимые мероприятия. По словам губернатора края, поступившую технику планируется задействовать в муниципалитетах круглый год. Зимой она будет работать на расчистке русел рек, потому что зимний период – это наиболее удобное время для подобных работ, так как нет препятствий в виде нереста рыб. А бульдозеры помогут муниципалитетам справиться с той бедой, которая может образоваться в виде снежных заносов. Анна Дьякова, новости на Восьмом.